Как же его склеить, думаешь ты? Сначала нанеси двусторонний скотч сюда и сюда, лучше по всему периметру поля. Теперь по всем линиям сгиба сгибаешь, получаешь вот такую конструкцию. И приклеиваешь верхушку к этим согнутым боковушкам. Все, привет, конверт. Конвертик, в отличие от открытки, лучше печатать не на плотной бумаге, а просто на обычной бумажке. Так тебе будет легче его собрать.